Бухгалтер с 20-летним стажем Ирина Федосеева всегда была верна своей малой родине. Родилась и выросла в Видном. В Москве закончила колледж и институт, но вернулась в Ленинский район, чтобы здесь жить, создавать семью и работать. Причем только в муниципальных организациях. В Дорсервисе Ирина трудится почти с основания, с 2016 года. Бухгалтерия, она же учитывает все, и потребность, и расходование, и ищет совокупность всех вот этих факторов, чтобы было стабильно. Я не хочу останавливаться на достигнутом, хочу развиваться. Ну, такой вообще человек по натуре целеустремленный. В Дорсервисе Ирина Федосеева отвечает за основные денежные средства и материальные запасы предприятия. У начальства находится на хорошем счету. Мечтает стать главным бухгалтером. Ее коллеги считают желание вполне обоснованным. У нее очень большой стаж бухгалтером, поэтому как бы к ней никаких претензий, только с положительной стороны и, конечно, роста ей профессионального. Я думаю, что в дальнейшем она, конечно, достигнет своей цели. Да, и я ей этого желаю искренне. Несмотря на аналитический склад ума и работу с цифрами, Ирина человек творческий. Любит рисовать и вышивать. Путешествует и в поездках фотографирует пейзажи. Много времени проводит с семьей. А на 15 лет счастлива в браке. Имеет двух детей. Все очень дружные, сплоченные. Любим создавать семейные традиции и приобщаем всех родственников к ним. Колоссальная поддержка со стороны родителей, со стороны мужа. Все мои начинания и карьерные мои перестановки, ну, учитывается все и дается стремление в верном направлении. Добросовестный труд Ирины Федосеевой оценили и депутаты Московской областной думы. Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства, во время праздника, который в Ленинском городском округе проходил в Доме культуры, депутат Владимир Жук вручил нашей героине благодарственное письмо. По словам Ирины, награда дает ей стимул для новых профессиональных побед. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.